4 новых фамилии и одна знакомая. Алексей Сафонов представил депутатам кандидатуры своих заместителей. На должность первого зама глава города предложил заместителя генерального директора технопарка «Саров» Олега Кочеткова. Олег Евгеньевич долгое время работал в Дивееве и уверен, этот опыт поможет ему и на новом посту. Понимая, что Дивеево и Саров всегда, традиционно и сейчас имели огромные связи, как исторические, территориальные, экономические, и постоянно возникали вопросы взаимодействия по решению различных задач. И учитывая сегодняшнюю актуальность больших задач на федеральном уровне развития этих территорий. Три новых претендентов заместителей – Илья Волков, Леонид Бородулин и Марина Жукова. Илья Волков сейчас начальник пенсионного фонда в Сарове. В случае утверждения будет курировать в администрации социальный блок. Моя позиция такая, то есть каждый рубль, который заложен в бюджете, должен своевременно и в полном объеме доходить до своих получателей. Кроме того, считаю важным не только оставаться на том уровне, на котором находимся мы, но а также реализовывать и развитие социальной сферы, в том числе на территории нашего города. Нынешний заместитель директора компании «Саровинвест» Леонид Бородулин по задумке мэра возглавит направление капитального строительства в городе. Мне приходилось заниматься всеми процессами техническими с момента получения и освоения земельных участков, разработки технической проектной документации, отслеживания этапа строительства и до ввода объектов в эксплуатацию и постановка их на кадастровый учет. И вот этот вот опыт позволит мне реализовать те задачи, которые стоят перед нашим городом на ближайшую перспективу и, надеюсь, дальнейшую по развитию городской структуры, инфраструктуры, инженерной и, прежде всего, конечно, жилищного строительства, чтобы наш город был самым лучшим местом на земле. Марину Жукову, председателя контрольно-счетной палаты, Алексей Сафонов предложил как заместителя по вопросам бюджета и финансов. Присутствовать на заседании Мария Вячеславовна не смогла по причине болезни, но представила депутатам свое видение работы на новом посту в письменном виде. Кандидатура на должность четвертого заместителя, занимающегося вопросами городского хозяйства, градоначальник пока не выдвинул. Исполнять обязанности этого зама будет Сергей Лобанов, который курировал этот блок при Алексее Голубеве. Выслушав кандидатов, задав им вопрос, депутаты вынесли список претендентов на рассмотрение на заседание Думы. Судьбу заместителей народные избранники решат уже на следующей неделе путем тайного голосования. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.